12 апреля в обед сообщила в скорую то, что у моей соседки коронавирус. Потому что мы с ней не ладим. Она постоянно звонит участковому. У меня с участковым проблема. Она меня не взлюбила. Вот я позвонила, они приехали. Я в этом раскаиваюсь. То, что я позвонила скорую помощь. То есть заведомо ложная информация? Да, заведомо ложная информация. Сообщила заведомо ложную информацию о... О коронавирусе. Какие-то извинения или что-то будут, или нет, с вашей стороны? Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!